Всем привет. Успею, не успею заснять. Бобр. Бобр. Эх. Бобр. Ты агрессивный, нет вообще зверь-то. Ну, в общем, он тут по своим делам пошел. По каким-то. И спрятался. Интересно. Еще не добрался, в общем, до места, до какого я добираюсь. Встретил вон козлика с козочкой. Идет за козой, как будто гон у них. Иду по лесу, ветра практически нет, шумно. Козлы меня палят, вон слева еще один. Однозначно с рожками. Камера что-то не стабилизируется и не фокусируется у меня далеко. Уже, наверное, старая. Так вот еще работает. Ни черта не могу приблизить. В общем, а там точно рогатые. И где-то вот тут до поля совсем маленько. А, вон он на меня уже стоит, смотрит. Ветра нету. Оказался в козлином месте. Камеры снимать не хочет. Меня почуял. Попробую флеш-карту другую вставить. Ловушка у меня тут была раньше на дереве, потом деляну пилили. Я ее в куст спрятал. И вот когда позапрошлый год у нас пожары были, все сгорело. Тут были холстики с прополиса. Для привлечения они обгорели. Вон угли, а сама целая. А может, не обгорели, может, их кто-то сожрал. Непонятно. В общем, флешку сейчас другую поменял. Наверное, 8 флешек одна. Вот вроде сейчас попыталась заработать. Получится что-то снять. Получится. Места прямо тут козлячьи. Прямо козлов таких хороших, трофейных. И время самое уже подходящее. Но ветра нету. Большой минус. Вот стоит, на меня смотрит. Не, а эти нас рога не интересуют. Вот, кажется, нашел место интересное для фотоловушки. Вот с такенным вот следом от лося. И он кабани есть след.
воды только мало. Пока я в следующий раз добираюсь, она уже кончится. Тут как-то стояла раньше фотоловушка. Кабанчики попадали. Еще китайская, самые первые года, которую самую первую купил. Его и был. Я, короче, его видел. Рога торчали из травы. Но я что-то подумал, что это палки. Ну так ничто. Что особенного? Но все равно поинтереснее, чем большинство. Ко мне задом лежал. Когда вставал, меня не видел. Смотрит мимо меня. Так орать будет, вся трава изо рта выпадет. Хороший, в общем, такой козлик. Зиму пережил. А вот его товарищи тут не все перезимовали. С рожками был. Красавчик, все пошел. Еще один экземпляр. Не, то этого похуже рога. Ходит он, конечно, красивее, но не то. На поляну вышел, на которой я 3 года снимал котла с трофейными рогами, с красивыми. По 4 отростка было. Потом у него на крайний год рожки были похуже. Его 2 года я тут не был. И вот где тот ходил, идет вот этот. Отростка 3. Но рога вроде высокие, размашистые, как у того были, как у оленя. Попробую поближе подойти.
корни прямо похожи. Я, конечно, сомневаюсь, что он, если он, это ему уже лет 8 должно быть. Что-то в камере щелкало, отпало, наверное, стабилизация сломалась. Починил. В общем, меня-то спалил где-то слева. Идет. Затопал. Этот тоже соскочил. Как соскочил, он шел. Голову поднял. Начал так говорить. Я не думаю, что это тот самый. А вот потомство его вполне возможно. В те годы, когда я его снимал, натыкался на козу с рогом. У нее там нарос на башке был здоровенный. И 2 года подряд я на нее натыкался. И у нее каждый год по 4 козленка было. О, не ожидал, да, меня увидеть? Хотел сесть вроде. И это, я всегда думал, что это от этого здорового козла потомство. Это там была, короче, козочка. И он теперь за ней побежал. И 1 год как-то, по-моему, или 2 года было, из 4 3 козленка с рожками. Все как один размеров. И козочка, и козлики. Не так, что как бывало, вот 3. Сколько я натыкался, 2 покрупнее, 1 поменьше. А там все 4. Так на подбор. И где-то я уже вот поляна ивоная, по-моему. Он тут жил раньше. Сейчас дальше пройду. Если это ионное потомство, тогда тут таких же еще должно быть как минимум 2. Если с одного выводка они. Там 3-й орёт. Со всех сторон, в общем, они меня обложили. Так, вот он сейчас выходит. Вот это тоже, наверное, все одногодки, вроде по 2 отросточка у них. 3 штуки. А это поляна, где я периодически козу встречал, про которую говорил, с наростом. Еще вроде на поле 1 должен быть. Нет, по 3 отросточка у них. Это вот из стройки. Один. А это, возможно, даже 4-й брат их.
Тоже, наверное, два брата. Ну, прям вообще некрасивый. Лисичка людей, она тут никогда не видела. Стоит, смотрит. Глазами моргает. Кто такой, говорит, чё пришел? Интересные ручки.